Иван принимает участие в конкурсе «Мистер Универ». Леша учит Полину придумывать бизнес-идею. Дед сидит в очереди в ожидании начала продаж новой модели айфона. Ивановых не на шутку настораживает злоупотребление Полины алкоголем. Данила страдает от того, что Эля уделяет больше времени своей веселой подруге Ксюше, чем ему. Дед встречает свою прошлую любовь Катю и пытается перед ней покрасоваться.